Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать теплицу капелька Телем Крепыш. Загрузились, расположились. Фундамент был 150 на 200. Клиент сам сделал. Приступаем. Продолжается монтаж. Собрали каркас, обшили торцы. Сейчас Ваня докручивает конек. Все, походу, клиент вот ливы делает сам. Закончили монтаж теплицы капелька 3М Крепыш. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, арки 20 на 40. В торцах частично тоже 20 на 40. Поликарбонат 4 мм. 0,75 плотности. Фундамент теплицы брус 150 на 200. Но клиент его сделал сам. Также все торцы поликарбоната защищены перфолентой торцевым профилем. Ну, тут отливы. Клиент сам уже тут ставил во время монтажа нашего. Значит, с обоих торцов цельная дверь. Козыречек. На торцах уплотнительная резинка. Все герметично. Форточный блок. Форточный блок с термоприводами. Уже открылись. Почти. В теплице жарко. Ну, 4 нитки системы подвязки. И укосины для большей жесткости. Все. Замочек легонько работает. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!